Здравствуйте. Как обещал, сегодня выкладываю информацию о совместимости убаковой смеси пестицидов и график необходимой обработки винограда на весь период вегетации его. У многих позиций по времени обработки винограда есть два варианта. Один из них выбираем или свой личный вариант, проверенный своим опытом. Здесь каждый решает сам. Может, кому понадобится эта полезная информация на эту тему. Много говорить не буду. Итак, просматриваем видео с этой информацией, кому может покажется полезно, а кому и нет. Здесь можно каждому желающему делиться своим личным опытом по этой теме. Вот такой небольшой обзор необходимой информации для начинающих виноградарей или для тех, кто хочет расширить свои знания по виноградарству. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю здорового виноградника и богатых урожаев. До свидания.